Быстро, просто, за 1 час мы приготовили 3 блюда на романтический ужин. Обалденная рыба, запеченная с сыром и со сливками. Наш любимый греческий салат. Посмотрите, какой он превосходный и красивый. И шикарный шоколадный торт, который тает во рту. Всем привет, друзья! С вами Олег и Елена на канале «Найди свой рецепт». И мы сегодня готовим романтический ужин на двоих. У нас впереди праздники, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта. И просто нам хочется иногда побыть вместе, сблизиться и почувствовать теплоту семейную. Просто вот побыть вдвоем. Вообще, как можно чаще, конечно, хотелось бы получать такие подарки в свой адрес, да, и делать их тоже. Но многие люди, я считаю, да, я так думаю, что не заморачиваются, не делают это, потому что думают, что это слишком муторно, долго, сложно, по времени, да, именно долго. Ты что скажешь? Лена? Я думаю, что вот сегодня мы приготовим такой ужин ровно за 1 час. За такое время невозможно ни посмотреть сериал. Не перемыть кости, да, там и так далее. То есть вот здесь у нас будет 3 блюда. Горячее — это форель, затем греческий салат, очень вкусный и полезный, я тоже кстати. Его обожаю. Да, и тортик вот на десерт мне нравится, который Лена предложила, вариант замечательный. Да. Друзья, ну что, мы приступаем? Да, первое, что мы будем делать, у нас здесь уже порезанная рыбка готова. По вкусу соли, здесь, друзья, важно, что по вкусу, чтобы не переборщить, у каждого свои предпочтения. А, да, еще рыба такая достаточно толстая, конечно, она у нас должна промариноваться, угу. И чтобы вот все специи, они ее обязательно замариновали. Да, ты кладешь орегано, да? Да, и перчик черный. Так, орегано. Так, а я посыпаю черным перцем. Переворачиваем. Ага, даем, друзья, обязательно этому всему делу постоять какое-то время. Да. Так, у нас, наверное, пока торт будет печься, минут 30, она у нас постоит. Да, может быть, чуть-чуть подольше. Так, солим и перчим. И про рыбку мы пока забываем, убираем ее в сторонку. Вот такая она у нас красивая. Я даже немножко рукой потру, чтобы вот эти все специи у нас хорошо-хорошо разошлись. Зафиксировались, да, туда прям. Чтобы рыбка у нас получилась ароматная. Делаем такой небольшой массаж рыбки. Да. Хорошо у нас получается, да. Массаж. Рыбу пока убираем в сторону, минут на 30-40 вообще про нее забудем. А мы сразу же с вами переходим, друзья, к приготовлению торта. Выпекать сегодня мы будем бисквит, поэтому я вот Олегу позволю просеять муку и какао. Да, для меня, знаете, это, кстати, вообще удивительно, что Лена говорит, насколько быстро можно приготовить торт. Я бисквита мало в жизни готовил, обычно кому-то помогал, либо мне кто-то помогал. И, как правило, у меня уходило на это время гораздо дольше. Что я хочу сказать, бисквит у нас будет очень-очень легкий, безо всяких тяжелых основ, масла и сметаны, прям вот легчайший. Мы переходим к его приготовлению. Олег, ты должен дважды просеять муку вместе с какао. Я считаю, что даже они могут перемешаться, ничего страшного не будет, я тебе доверяю. Все, спасибо. Лена, а для чего просеивать муку? Я обычно высший сорт не просеивала никогда. Муку просеивают для того, чтобы бисквит был воздушным. Мы не добавляем в него ни разрыхлитель, ни соду. И ты удивишься, насколько он будет пышным. А пока у нас Олег занимается мукой, я перехожу к бисквитной основе. Разбиваю в миску 4 яйца. Торт у нас будет среднего размера. Он не будет слишком большим, он будет обычным тортиком и не будет слишком маленьким. Так что у нас еще останется на завтрак чай попить. Вот такой тортик мы с тобой приготовим. К яйцам я добавляю щепотку соли и начинаю их взбивать до пены. Небольшими частями я добавляю сахар. Сахара мы берем 150 грамм и продолжаю взбивать. Я просеял муку и какао. Я так понимаю, что это надо в однородную массу, да, все перемешать? Да, это просто ты должен аккуратненько все перемешать, чтобы все было однородно. Перемешиваю. Я к своей яично-сахарной смеси добавляю ванильный сахар. Добавляю 1 чайную ложечку. Смазываем маслом сливочным форму. Смазываем только края. Так хорошенечко прям. Также, друзья, смазываем и пергамент.
маслом фильтр. Тем временем в нашу яично-сахарную смесь, посмотрите, какая она у нас воздушная получилась, увеличилась в размере в 2 раза. Частями добавляю муку вместе с какао. Аккуратно все перемешиваем, как бы приподнимая наше тесто. Вот таким способом мы перемешиваем, чтобы сохранилась воздушность. Тесто наше готово. Вот представь, Олег, здесь всего лишь 150 граммов муки. Какое оно воздушное и легкое. Как тебе оно на вид? На самом деле это похоже даже не на тесто, больше на такой крем вкусный, как паста, знаешь, шоколадная. Я бы прям ложкой сейчас зачерпнул и кушал. Очень аппетитно смотрится даже в таком виде. Друзья, мы спешим, торопимся и выкладываем наше тесто в форму. Слушай, ну я эту штуку прям, я говорю, ложкой бы прям сейчас уже съел, потому что очень вкусно это все смотрится и пахнет вообще. Да, пахнет очень вкусно. И бисквит получится обалденный. И на основе этого бисквита делаю разные торты с добавками. Какао, то есть иногда белый доделаешь? Да, белый. Вот обрати внимание, Олег, тесто у нас вот с разными скоропления. Здесь у нас вот и светлое есть, и потемнее. Это не важно, даже вот здесь вот немножко муки присыпалось, это не важно. Самое главное, что мы с тобой сохранили вот эту легкость, воздушность, вот эти вот пузырьки, которые у нас находятся в тесте. Это очень-очень хорошо. Бисквит у нас будет очень воздушный и легкий. А мы сейчас обязательно должны дать нашему бисквиту постоять, минут 15. Чтобы полегло, да, все? Вот это вот. Да, да, чтобы вот это все разровнялось, чтобы все у нас было ровненько. Поэтому бисквитик мы убираем, и тем временем мы разогреваем духовку до 170 градусов. Наш бисквит нельзя выпекать на высокой температуре, потому что здесь очень мало муки, большое количество яиц. То есть мы ставим температуру 170 и будем выпекать минут 30-35. Конечно, мы будем проверять наш бисквитик на готовность. Тортик наш в духовке, и сейчас самое время, актуально нам будет приготовить салатик. Мне он нравится тем, что этот салат выкладывается сразу же на блюдо, то есть я нарываю листья. Конечно, можно их порезать, но вкуснее всего, друзья, они когда не рваные. А тем временем ты, пожалуйста, Лен, приготовь соус. Соус у нас будет на основе чеснока, черного перца, лимона и оливкового масла. Друзья, если нет оливкового масла, можно уже взять простое подсолнечное оливковое, всегда ароматнее. Чесночок надо будет пропустить через чеснокодавку, ну и все остальное ты уже знаешь. Друзья, вот таким способом я разрываю створки лимона, чтобы у нас лучше отходил сок. Сока нам достаточно от половины лимона, то есть он должен кислинку придавать нашему салатику. Вот эти косточки, которые падают, я, конечно, их сейчас выложу. Сейчас начинаем нарезать сначала самые такие твердые овощи, это огурец и перчик. Нарезаем по салатному сначала вот так на колечки, затем эти колечки напополам. Чеснок я выкладываю в пресс и его пропускаю через решеточку. 3 зубчика чеснока достаточно, но вообще хочу сказать про чеснок, что это на любителя. Пожалуйста, смотрите по своему вкусу. Огурчики порезали, выкладываем сразу же их на блюдо равномерненько. Очень важно, чтобы все это было равномерно, чтобы везде были огурчики и все овощи. Мне вообще нравится этот салат тем, что он разноцветный. Яркий, да? Очень яркий, да. Черный перец я добавляю в наш соус. Он единственный вот из ароматизаторов, который украсит наш салат. Добавляйте по вкусу, но мы кладем немало. Я добавляю чуть меньше половины чайной ложечки, как бы этого достаточно будет. Добавляю оливковое масло. Примерно вот на наш салат понадобится 3-4 столовых ложечки. Но я так добавляю на глаз. Масла не должно быть мало. Я перемешиваю наш соус. Я тем временем уже подготовил перчик болгарский. Сейчас нарезаем его вот таким способом. Даю ему настояться, оставляю в сторонку. Способом очень простым, чтобы удобно было кушать.
Олег, давайте помогу, что нужно порезать, чтобы да, вот помидорку бери. Угу. Как ее, как ты нарезаешь? Ну вообще на кругляшок, и этот кругляшок на три части. Самое главное, чтобы сок не бежал, чтобы крупные вот эти вот кусочки. Приятно, были. Крупно тоже помидор, да, нарезаешь? Да, это важно. То есть, если я вот так вот разрежу помидор пополам, угу. И затем его режу на три части, это нормально, да, будет? Да, да, да. Угу. Желтый перчик также выкладываем сверху. Распределяем равномерно. Кстати, мне тоже можешь мне помочь немножко распределять равномерно. Это я с удовольствием сделаю. Аналогично поступаем с красным и зеленым перцем. Нарезаем так же. Перец выложили. Сейчас нарезаем лук порей. Красный лук тоже подойдет, в принципе. Да, можно и тот, и тот. Нарезаем вот таким вот способом. Лена, а ты тем временем сыром займись, будет хорошо. Быстрее это. Сыр мы берем фитаксо, любой салатный сыр, там, который вы любите, который нежный, мягкий, он прекрасно подойдет он для этого очень салата. Очень вкусный, да. Разновидностей, конечно, сыров очень много, но фитаксо подойдет великолепно. Тем подойдет, что она такая солененькая. Как ее нарезать? Конечно, мы ее нарежем так, чтобы она красиво смотрелась в нашем салате. Кубиком. Кубик примерно у нас размер. Здесь вот сантиметр и здесь где-то 1,5-2 сантиметра. Вот такие вот кубики. Выкладываем равномерно сыр и лук. Распределяем прям. Выкладываю сыр. Конечно, мне очень нравится. Красивый у нас получается салат. Он прямо праздничный. Вот от него прям праздником веет. Такой разноцветный. Настроение повышает. Так порей пахнет вообще, да? Прям, да. И у нас сейчас завершающий этап. Мы выкладываем последние наши овощи и маслины. Я люблю, чтобы маслин было много. И не люблю их резаные, да, чтобы да, они да, цельные да. были. В греческом салате обязательно. А салат наш готов, мы его буквально, вот нарезка у нас заняла минут 10, да, максимум. Угу, да, да, да. И, кстати, у нас уже подошел тортик, я сейчас его буду выкладывать. Все вот идет у нас как нужно. Соусом мы будем заправлять его перед самой подачей. Бисквит у нас готов, он уже стоит и остывает. Процесс у нас стремительный, прям безостановочный, мы даже не стали выключать духовку. 45 минут прошло, кстати, духовку надо на 180 градусов поставить, потому что она была на 170. Рыба замариновалась за это время, за 45 минут, сейчас ее нужно будет поместить в формы и залить сливками, а я тем временем натру сыр. Формы мы такие романтические смастерили, порционные. Олег, спасибо тебе за идею, вообще чудо из фольги такую форму приготовить. Я выкладываю рыбку. Сыр нам нужен твердых сортов, много не понадобится, где-то грамм буквально 50 будет достаточно. Для удобства нашу рыбу я отправляю на противень и заливаю сливками. Друзья, не заморачивайтесь насчет сливок, если нигде не купили или дороговато, можно взять жирную сметану. Примерно на каждую порцию нам понадобится по 3 столовых ложечки. Духовка разогрета, нам нужно быстренько посыпать сыром равномерно на каждый кусочек и отправляем все это дело в духовку. Бисквит у нас готов. Запах чудесный. Да, мы его остудили. Я хочу сказать, Олег, ты очень хорошо смазал форму, мне даже не пришлось ножом проходить по краю. Старался. Да. Обратите внимание, друзья, что он у нас очень-очень легкий, вот прям воздушный. Это да. Там еще нижняя форма железная. Да, так он у нас легче. Сейчас я тебе еще дам потрогать. Аккуратненько я снимаю эту форму металлическую. Освобождаем бисквит от пергамента. Бисквит мы должны разрезать пополам, либо на две части. Шоколадный торт, он очень подходит для праздников. Посмотрите, какой у нас красивый бисквит. Бисквит у нас получился легкий, воздушный, пористый, и такой очень-очень мягкий и нежный. Олег, чтобы наш бисквит быстро пропитался, мы должны с тобой придумать такую хитрость. В общем, одну часть бисквита я выкладываю на тарелочку, а вторую часть бисквита ты должен будешь покрошить сейчас на мелкие такие части, кусочки.
Пока ты крошишь, я быстренько приготовлю сметанный крем. Готовится он достаточно просто. Нам понадобится жирная сметана 25% и сахарная пудра. Крошить нужно не сильно мелко, да, как я понял, Лен? Да, примерно вот такие кусочки 2 на 2, 2 на 3, чтобы они у нас быстрее просто пропитались. Угу. В миску для взбивания я выкладываю сметану, как я уже говорила, она должна быть жирной от 25%. Сметана должна быть обязательно свежая для крема. Так, друзья, мы спешим, торопимся, у нас осталось 5 минут. 5 минут, как говорится, как из песни. Олег, ты слишком любишь сладкий крем если или честно, нет? Если честно, нет, я не люблю, чтобы слишком было приторно, но однако, чтобы было все равно сладенько, я люблю. А вот смотри, на банку сметаны мы должны положить 100 граммов сахарной пудры. Одну пачку я высыпаю не до конца, умышленно, что я стараюсь бороться с сахаром. Поэтому положу где-то грамм 70, может быть 80. Одну я высыпаю полностью. И вторую я высыпаю не до конца. Друзья, немножко сахарную пудру я так блендером помешаю, чтобы она у нас не распылялась. А готовим обычный сметанный крем, безо всяких загустителей, безо всего. Я просто взбиваю сметану с сахарной пудрой. А крем у нас готов, он у нас получился очень воздушный и такой в то же время и густой. Очень хорошая консистенция, я довольна. Я бы прям съела ложку. Выкладываю крем на бисквит, кладу такими частями, чтобы их потом было удобно выложить. И в то же время я не забываю про Олега, что ему тоже нужно оставить крема. И ему крема нужно оставить большую часть. Так, Олег, держи оставшийся крем. Я выравниваю свой, выравниваю ровным слоем, так чтобы у нас все края все было хорошо смазано. Весь оставшийся крем я добавляю вот в бисквит и перемешиваю до однородной массы. Олег, у меня все готово, как дела у тебя? Ну, чуть-чуть осталось перемешать, чтобы все Давай. Это пропиталось равномерно. Вот видишь, как быстро, оказывается, можно бисквитный торт сделать. Да. Лен, я размешал, вот у тебя рука набитая, давай с тортом ты. Хорошо, ты мне доверяешь. Да, конечно. Я спешу, тороплюсь, потому что рыба наша готова. Выкладываю бисквит на бисквит. Тоже как бы формируем такую достаточно ровную площадку, выкладываю частями. Бисквитную крошку вместе с кремом я выравниваю края, не прибиваю, никак не формирую, просто наш бисквит я приношу вот так вот к краю, такую воздушность всю эту оставляю. Торт готов. Я считаю, он выглядит нарядно, его даже не нужно наряжать. Вообще, вот само совершенство, да, красивый. Как ежик такой, да? И он, Олег, самое главное, он очень-очень вкусный. Быстро готовится, красивый и вкусный. Торт у тебя удивительный получается. Я немножко попробовал, очень вкусный. Друзья, обязательно хочу, чтобы все подписчики его приготовили. У меня у дочки будет день рождения, обязательно его приготовлю. Потому что малозатратный и просто обалденно готовится тоже очень легко. Да, вот есть такое выражение, гениально, все просто. Всем-всем-всем советуем приготовить такой торт. Олег, ну что, мы достаем рыбу и несем салат. Да-да-да. Давай. Друзья, у нас все готово, буквально последний штрих. Лена сейчас нарезает зелень, можно взять петрушку, у нас в данном случае укроп. А я заправляю наш салат соусом. Олег, я думаю, что много зелени не нужно, так чтобы вот она просто смотрелась. Абсолютно верно. Важно соус распределить равномерно. Рыбка у нас очень аппетитная. У меня слюньки бегут ручьем. И салатик тоже немножко посыпаем зеленью. Равномерненько и немножко буквально. Не нужно, чтобы слишком приторно было. Вкусно, просто и быстро мы приготовили праздничный ужин. Запекли форель, приготовили шикарнейший салат и, конечно же, шоколадный торт. Обязательно пересмотрите видео от начала до конца, изучите все рекомендации, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. До свидания, друзья. До новых встреч.